Что тебе понравилось во мне? Ты был так красиво поломан. Ты моя душа. А ты моя душа. Какой твой худший поступок? Я видела такое, чего не должна была видеть. Шали! Шали! Прошу, не надо! Когда человек умирает, ворон уносит его душу в царство мертвых. Но порой совершается такое зло, что душа не знает покоя. Пока все не исправить. Тебе дана сила Бога. Но времени спасти ее все меньше. Я убью их. Всех до единого. Я убил тебя. Да, убил. У нас проблема. Он пришел за нами. Первый импульс. Злость. Это не злость, а любовь. Смотри, чем ты стал. Признай, что любовь приносит лишь боль. Ты не знаешь, что за ад тебя ждет. Нет, знаю. Сколько раз в жизни ты любил? Ворон. Скоро в кинотеатрах. Привет, Джон. Вы на борту космического корабля «Одиссей-1». Не знаю, в курсе ты или нет, но я уезжаю из города. Всего за 1,5 миллиарда миль. Ерунда. Проснулся? Хорошо. Гибернация как-то влияет на тебя? Господа, мы находимся в космосе уже почти 2 года. Невероятно. Мы направляемся к Титану. Титан — наиболее похожее на Землю небесное тело, которого мы можем достичь. Но чтобы добраться туда, нам понадобится гравитация Юпитера для ускорения. Впереди еще 2 цикла гибернации, прежде чем мы предпримем гравитационный маневр. Хьюстон, у нас проблемы. Столкновение не представляет реальной опасности. Что, если вся система под угрозой? Гравитационный маневр может выкинуть нас еще дальше в открытый космос. Препарат, используемый для гибернации, может вызвать побочные эффекты. Ее нет на корабле. Я знаю. Включая рассеянность и дезориентацию. Твое воображение играет с тобой классную шутку. Откуда ты знаешь? Все вокруг нас кричит: обернись! А ты хочешь закинуть нас еще дальше в космос? Тревога! Тревога! Система перегружена! Это наша миссия!
ты отправил нас всех на смерть! Полет на свет — это инстинкт выживания. Лучший путь к спасению, как правило, лежит к свету. О боже, прошу, не понять. Ускорение. Добро пожаловать в Cobalt Industries. Наш девиз – упрощаем жизнь. Пап, они как настоящие. Наша новейшая серия. Самый продвинутый ИИ на планете. Можно ее нам, пожалуйста? Подумай про свою семью, про Мэри. Это ради них. Это наш дивный новый мир. Мне приготовить ужин? У мамы вкуснее. Страдания непродуктивны, Ник. Я помогу вам. Меган, у меня жена есть. Из-за лекарств вы можете потерять сознание и соскользнуть под воду. Ник сильно огорчится, если вы умрете. Что не так? Она долго не проживет, но я нашла решение. Ты так заботишься о других, а я позабочусь о тебе. Мы позволили им захватить мир. Мы им не мешали. То, что между нами было, так больше нельзя. Вы плохо на него влияете. Никто не должен узнать об этом. Если у меня будет твое сердце, он полюбит меня, как тебя. В общем, все мертвы. А давайте начнем сначала. Сейчас всех познакомлю. Джесс, Фрида, это мой друг детства Коди. Привет. Вик, моя правая и левая рука. Идеально. Том. Здрасте. Кто это сделал? Фрида, Сара, Сара, Фрида. Классный маник. Спасибо. Наш вундеркинд. Хезер, Камила. Привет, как жизнь? Хезе, кто это? Мы летим на мой остров на пару дней. Хотите с нами? С ума сойти. Мы только что прилетели на частный остров с кучей незнакомцев. Он не незнакомец. Он король Слейтер. Скажите, отрываемся по полной! Отрываемся по полной! Как вы, хороши? Чудесно. Мы пьем шампанское, пробуем потрясающее блюдо. А жертвоприношение до или после ужина? Легендарные вечеринки короля Слейтера не такие, как я ожидала. Мы веселимся, просто чуть по-другому. В каком смысле? Телефоны! Че, серьезно? Вы не обязаны, если не хотите. Мне здесь очень нравится, но одновременно есть такое чувство, что... не очень. Где мой нож? Кто взял мой нож? Что у тебя с глазом? Чё? А, да, кошмар! Что-то странное тут происходит. Все смеются и улыбятся, будто стюардессы. Вы хорошо проводите время? О, да, прекрасно! Ты не видишь? С этим местом что-то не так. Где Джесс? Какая Джесс? Моя подруга жила в соседней комнате! Проснись! 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 Мы забываем все больше с каждым днем. Но как это возможно? Нам подливают что-то. Вот черт! Выясним, что тут происходит. Моргни дважды, если я в опасности. Ой, давайте, пожалуй, замнём этот вопрос.
Помогите! Мы эту прибрежную тропу пройдем за полдня. Может, останемся на основной? Да, но там на пути будет огромное ущелье. Как скажешь. У меня тост. За первый год без рака. Я что-то слышала. Бежим! Спасибо за помощь. От чего именно вы нас спасли? Вендиго. Что еще за Вендиго? Если верить легендам, он вселяется в тех, кто заплутал в лесу. Он выбирает тех, кто болен и умирает. Ты не выйдешь из бункера. С чего это? Ты больна. Пожиратель.